Всем приветики. Пришла мне из Китая такая вот посылочка. Это такие как бы чехлы. И они нужны для защиты карточек, банковских карточек. Покупал я их за 67 центов. Здесь написано 50, почти что правильно. Card holder. То есть защита карт. Hold — это вроде как удержание, что такое. Или держатель карт, что такое, короче. Вот, и сейчас мы распакуем. Отрежем упаковочку. Это почтовый пакет с пупырочкой. Вот. И вон она внутри, видна пупырочка. Достаем. Опа. А вот и оно. Правда, цвет немножко другой заказывал. Я заказывал такой салатовый. То есть зеленый, но светло-зеленый. Такой прям. Это темно-зеленый, а я заказывал светло-зеленый. Так, по идее, оно должно было оторваться, но не хочет. Тогда прибегнем к нашим уже знакомым инструментам. Так. Вот, я заказывал 5 штук. Они в комплекте идут 5 штук. Да, 5 штук, вот они какие. Прикольно, на самом деле. Получается, нам нужна только одна, так-то, по сути. Получается, эта штука защищает банковскую карту от снятия денег удаленно. То есть, вот сейчас современные банковские карточки, ты когда в магазине что-то покупаешь, ложишь на кассовый аппарат, просто ложишь, и он снимает деньги, как бы. И вот, чтобы у тебя это не сделал кто-то другой, например, у тебя будет она в кармане лежать, в заднем кармане, например, а кто-то подойдет сзади с таким же аппаратом, и раз, у тебя считает деньги. Оно же без кодов считает, без ничего. И вот этот чехол нужен для защиты. Если оно будет в таком чехле, то никто у вас не сможет ничего снять. Довольно-таки прикольный такой красивенький блестящий чехол, который защищает банковскую карту от удаленного снятия денег. NFC, по-моему, эта технология называется, и она вот, ну, как в телефоне, типа, когда ты рассчитываешься, просто приложив. Правда, здесь помято, видимо, оно где-то перемялось, и, ну, с этой стороны нормально, в принципе, все. А с этой стороны две вмятинки, здесь и здесь, причем так, наверное, на всех. И это неприятненько. Не, чем дальше, тем меньше, как бы. Это именно на этих было. Да, чем дальше, тем меньше. Вот это на последней меньше. На следующей, предпоследней уже побольше. И чем дальше, тем больше. Первое, видимо, на ней что-то лежало на упаковке сверху. Ну вот, если для примера взять такую карточку скидочную. То, что банковскую я не хочу показывать. Там все-таки мои данные написаны банковские. А внутри, кстати, вон оно как выглядит. Как фольга. Ну, по идее, да, если банковскую карту обмотать фольгой, то она не будет считывать. Но ты же не будешь в фольге носить банковскую карту. Это не как-то неудобно и некрасиво. А вот в таком чехольчике вполне себе очень даже ничего. Вот оно все. Так вот банковская карта будет спрятана, и она вот идеально так вот прям, ну, типа, размер вот прям ровненько под банковскую карточку. Потому что она такого, ну, эта карточка такого же размера, как банковская. И она вот прям вот, можно сказать, тютелька в тютельку, вот прям идеально. Полмиллиметрика остается, и ты просто потом вытаскиваешь. Прикольная штучка такая. Но цвет я заказывал такой, это темно-зеленый, а я заказывал светло-зеленый. То есть он некрасивый. Там были вообще типа серые, не блестящие, просто матовые. Я заказал именно блестящую и салатовую. То есть, ну, тоже как это зеленый, но только светло-зеленый. Такой яркий, ну, не то чтобы яркий, а просто светло-зеленый. Ну, салатовый. Салатовый красивый бы смотрелся. Он был бы такой, ну, как белый, только слегка зазелененный, такой красиво смотрит. А этот прям темно-зеленый, он некрасивый. Этот как трава.
А я заказывал такое, типа, ну, короче, не очень, то, что цвет не тот. Так, конечно, круто. И оно точно не будет считывать, по идее, потому что это ж как фольга. Если у вас в фольге будет банковская карта, оно не будет считывать. А это считает уже как фольга, оно что сверху блестит, отражает все эти считывающие волны, что внутри блестит, отражает все. Единственное, так что оно будет работать. Тем более, там и в комментариях люди писали, что работает. Но вот цвет, блин, вообще не тот, некрасивый. Не тот, что я заказывал. Это неприятно. Вот. Такие вот чехольчики для защитные для банковских карточек. Ну, а на этом все. И причем довольно-таки дешево стоит, и комплект идет их. Вот. Ну, на этом все. Всем покедово.